12 марта в Омском велотреке стартовали соревнования, посвященные памяти первого директора Омского нефтеперерабатывающего завода Александра Малунцева, первенство Сибирского федерального округа по боксу. Состязания уже не первый год проводятся в рамках программы «Родные города». 100 атлетов 17 и 18 лет приехали в наш город из всех регионов Сибири. История турнира далеко уходит в 60-е годы. И одним из первых победителей этого турнира был Леонид Николаевич Киселев, да, наш заслуженный тренер России, тренер Леши Тищенко, двукратного олимпийского чемпиона. То есть через турнир Малунцева прошли огромное количество боксеров. Мы проводим именно с тем прицелом, в принципе, и брали, чтобы наши ребята имели возможность у себя дома отбираться на финальный этап первенства Российской Федерации. То есть у нас в боксе достаточно сложная система отбора, и чтобы поехать на первенство России, надо выиграть в нашем регионе, это первенство Сибирского федерального округа. То есть едет только тот, кто занял первое место. Финалы соревнований в каждой из 10 весовых категорий прошли 16 марта. Напряженные, местами агрессивные поединки стали захватывающим зрелищем для болельщиков, заполнивших трибуны. Поддержать омичей пришли и почетные гости – Дмитрий Крикорьянц, Оксана Фадина и Алексей Тищенко. Финальный поединок в категории до 60 килограммов. В красном углу – омич Бырлик Муканов. В синем – новосибирец Шарафхан Керимов. До конца боя было непонятно, чем завершится противостояние практически равных по силе боксеров. И все же Муканову удалось добыть для своего региона первую победу на этих соревнованиях. Хочу сказать, во-первых, поблагодарить своих тренеров. Благодаря им я выиграл, благодаря им я дошел до финала, стал первым на этих соревнованиях. И немного опыта. Мощную поддержку оказали болельщики красноярскому боксеру Арсению Машканцеву. Он в синем. В весовой категории до 69 килограммов он померился силами с Аббасом Алиевым из Омска, удары которого оказались более техничными и точными. Точность, мне кажется, и сыграла большую роль в этом турнире. То есть первый, второй, третий бой, четвертый. Все тяжелые были, более на точности вытащили. Все бои два явным преимуществом выиграли за то, что более точные удары наносил. И противник терялся. Также здесь. То есть я работал на сейстепах и дорабатывал после сейстепа. И в этом у меня все получилось. И вот золото турнира у нас. Итогом первенства Сибири для омской сборной стали 4 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые награды, а также первое общекомандное место. На втором месте оказались представители Алтайского края, на третьем – Красноярского. Победители в каждой весовой категории отправятся на первенство России, которое пройдет в Оренбурге с 4 по 12 мая.